Стоит ли вообще это делать? Ведь можно остаться в комфорте собственного дома. Но есть что-то, что постоянно движет мной. И лучше быть здесь и рискнуть всем, чем остаться дома и закостенеть. С тех пор, как я ребенком увидел изображение айсберга, я мечтал попасть в Антарктиду. Я рад, что могу стать частью этой научной экспедиции, направленной на защиту природы. Когда я подошел к самому краю, все поменялось раз и навсегда. Находясь на вершине 25-метровой глыбы льда, я готовился совершить самый опасный прыжок за всю свою жизнь. Смотрите на нашем канале. Клифф-дайвинг в Антарктиде.